Вообще, слушай, а где холестерин? А я без понятия, бомж. Вроде он собирался на игровые автоматы, как он мне сам сказал. Может, он наврал. Ой, я сейчас приду в туалет. Ну ладно, зачем такой метод информации? Павел, а как тебя зовут? Бомжиха с лопатой. Хочешь прогуляться? Пожалуй, не откажусь. Эй, бомж, у них такая классная туалетная бу... А ты где? Ты меня кинул! Когда я тебя встретил, то понял, что ты похож на мою любимую еду. Селёдка, подсобочь, за кусок ботяре. Ребята, а почему вы решили именно в больнице все это делать, все праздновать? Ну правильно, она его поцелует, он офигеет, обосрется. Ну я в принципе так и догадался. А когда кушать? Заткнись! Пошел в сраку, Антошка.